5 лет имели совершенно разный статус. Результат для Кузни неплохой. Но здесь, как мы видим, по трибунам помещений самая разная программа для болельщиков. Но расставиться нужно сейчас Кузне первым делом. И вот передача от Капризова. Бросок, гол 1-0! Максим Казаков пробивает Мика Коскинина. И ситуацию для СКА омрачает тот факт, что удален-то у нас 5 плюс 20 получил Вадим Шипачев. Нет центра второго звена и лучшего бомбардира команды. Изумительные передачи. И от Капризова вот этот пас под бросок шикарный просто получился. С неудобной. И Коскинин с этим брат на площадке. Александр Романов 48-й, Никита Яськов 11-й. Может нанести бросок. И шайба в воротах! 2-0! В ближний угол пробивает Яськов Мика Коскинина. И это первая шайба Назарова. И все форварды задействованы. Казаков. Насел на него Коскиранта. Дадонов может отдать и отдает. Передача изумительная. И 2-1 становится счет. СКА сдаваться не намерен. Мог сразу бросить. Вытянул на себя вратаря, защитника. И вот она, передача изумительная. Там еще и нарушение было правил. То есть, по сути, СКА забрасывает при отложенном штрафе. Зацепиться в этом эпизоде не вышло у Евгения. Бросок, гол! Вот это да! В ближний угол пропускает Коскинин. 3-1! Вот так в рифму получилось. Из-под двух защитников. Где-то на уровне блина, наверное, шайба летела. И я, честно говоря, не знаю, почему Коскинин не среагировал на этот бросок. Сам подобрал шайбу в своей зоне. Синюю линию пересек. И вот так вот попал здорово в притирочку со штангой. Который по протоколу тоже первый. Стой, из-за ворот передача. Изумительный бросок. Гол 4-1. Невероятное что-то творится на трибунах сейчас. Изумительная комбинация. Изумительная передача. Это не Райан Стоу был, прошу прощения, на пятачке Стоу маячил. Отдавал Кейт Фэрчайлд, включившийся к атаке. Не справляет. Пятачки открывается. Физулин на синей линии. Бросок Линдстрема и залетает шайба в ворота. 4-2. Никита Яськов выходит со скамейки штрафников. СКА забрасывает. Плотный бросок Линдстрема. Любит он эту точку. Щелчок приличный. Там коснулся партнер шайбы или нет, это уже дело десятое. Понятно, что гол сделал десятый номер СКА. Ну, Дадонов там в случае чего на дубль идет. В обводку пошел. Белов подключается к атаке. Шайба к нему вернулась. Споткнулся об эту шайбу Белов. Упал на впадение. Успел передачу выполнить. Дадонов. Бросок. Гол. 4-3. 4-3. Везет тому, кто везет. И самая активная тройка СКА забрасывает очередную шайбу. Евгений Дадонов напоминает, кто стал лучшим снайпером плей-офф 2015 года. Видеопросмотр устроили там арбитры. Секунду уже, обратный отчет на трибунах пошел. И опаснейший момент у ворот Кореева. Прострел на пятачок. Прижимает шайбу. Голкипер Кузни. Раздается сирена. И вот она, героическая победа для Новокузнецка. Отстояли свои ворота в концовке и одолели действующего обладателя Кубка Гагарина. 4-3. Победа Кузни. Какие-то секунды все-таки еще есть, да, на табло?
И готовятся к вбрасыванию сейчас игроки. Сейчас один из наставников Новокузнецких показывает, что на вбрасывание должно быть такое скрестное движение игроков. Ну, видите, да, нули уже, по сути.